Можно к вам подойти? Конечно. Спасибо. Сережа, можем вас попросить, чтобы вы держали этот конверт и никому не отдавали до конца фокуса, хорошо? Да, я и в конце фокуса не отдам. Договорились. Можем попросить, чтобы вы все вытащили свои телефоны и положили их вот так? Да? Спасибо большое. Я немножко разберу кубик. И можно попросить, допустим, вас назвать любое число от 1 до 9? 18. От 1 до 9, 18. Давайте заново. Я кажу, любое число так. От 1 до 9. От 1 до 9. Ну давайте 8. 8. Я имела в виду 8, хорошо. Да. Хорошо, следите за временем, пожалуйста. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Время отмоталось ровно на 8 минут назад. И не только у меня. Проверьте ваши телефоны, пожалуйста. Сколько сейчас время? 15:09. Идеально совпадает. И не только у нас, у всех находящихся. И это значит, 8 минут назад кубик был абсолютно собран. Да? Котра година? Да, можете проверить. Спасибо. А как это? И, соответственно, 8 минут назад кубик был идеально собран. И посмотрите внимательно. Можно перейти к следующему фокусу, да? Это такая некая разминка была. Очень важно, когда я буду ее листать, эту книгу, вам нужно просто сказать стоп в любой момент, и я остановлюсь. Давайте. Хорошо? Стоп. Здесь? Да. Хорошо. Вам нужно просто запомнить номер страницы, а вам слово сразу после нее. Хорошо? Запомнили? Так. И слово. Сразу после цифры. Перед вы имеете в виду. Сразу после. Снизу. Снизу. Да. Запомнили? Все есть? Книгу можете держать. Она нам больше не нужна. Можете думать, пожалуйста, об этой цифре. Повторяйте ее у себя в голове мысленно, а я попробую отгадать. И единственная подсказка, когда вы услышите именно эту цифру, вам просто нужно сказать «да», но мысленно. Хорошо? Я начинаю считать. 0, 1, 2. Ага. Первая цифра – это 1. Работаем над второй цифрой. 0, 1, 0. И я думаю, что это страница 103. Да? И давайте перейдем к слову. Я перед тем, как начал свое выступление, я сделал маленькое предсказание. Это слово информация. Но на самом деле фокус на этом не закончен. Да, вы можете проверить страницу. Вы никак не могли запомнить именно 103-ю страницу, потому что ее вообще нет. Проверьте, пожалуйста, откройте 103-ю страницу и покажите всем. Я бачу. Покажите я всем, бачу. Вы не могли запомнить 103-ю страницу, вы не могли видеть именно это слово. Была 103-я сторинка. Я бачу. Сережа, я в самом начале фокуса я вам дал черный конверт. Можете ее открыть и посмотреть, что там находится? Это именно тот листок, который... Подождите, да, вы да, чекаете. Проверьте, который идеально проходит и подходит друг к другу. Кто ты? Что ты с нами робишь? Не, треба все перепроверить. Давайте покажем всем. У вас, возможно, где-то там книжка? Ничего нет, вы можете обыскать. И давайте покажем всем, что, да, что куски именно идеально подходят. Не, ну, возможно, подождите, да возможно, не, он... Секунду. Возможно, он мог вырвать, але как он туда мог положить? Видите, да, как она идеально совпадает. А час как відмотався всего залу? Можно вас позвать на сцену? Всех трех? У вас двоих хватает. Сережа, можно вас попросить, и я надеюсь, они вам доверяют, да? Я понял, такая да. история. А вы юморист. Фокус заключается в том, что вам нужно просто отвечать на вопросы и отвечать на них конкретно. Да или нет, да, допустим, закройте проверим. Глаза. Вы что-то почувствовали? Да. Да, класс. Что?
Ветерочек. Ветерочек, все. Всем все понятно? Пожалуйста, смотрите внимательно. Евгений, скажите, вы почувствовали прикосновение? Так. Где именно? На носе. Секундочку, я розумію, як це виходить. А ви якось так? Ото він відмотав я час і десь там бігає в той час. А спросите, куди? Какое именно прикосновение ви почувствовали? А какое прикосновение? А як отак, отак от якось. Ну, що так взяло? Ну, да. Ну, давайте так... ще одно, протягніть перед собою. Мені стрьомно тут стояти. Протяните, протяните, пожалуйста, любую руку, закройте глаза. Закрыть глаза? Да. Так, дальше. Уберите одну руку, одну из рук за спину. Все, готово? Не подглядывайте, пожалуйста. Не подглядываю вообще. А вы укажите никогда на любую часть. Доторкнулись? Да, 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 до моего. Да, это ваш выбор, вы можете передумать. Или тут? Тут. Все, класс, смотрите внимательно. Зажмите кулак, пожалуйста. Скажите, вы что-то почувствовали? Да. Покажите, где? Ну, вот здесь. Спасибо большое. Перехрестись перед тем. Все хорошо, все хорошо. Тебе заплатили? Нет, ему тоже тебе заплатили. Да нет, так. Все, я... Дави, зараз, секунду. Жень, давай, подменю на секунду. Давай. Братан, да. Ну... Нужно на вас. Ну, давай. Тогда пройдите вы на свое место. Зараз попадем. Да, давайте. Что ты, за перец, да? Хорошо. 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 Сваливай. Сваливай. Закройте глаза. Я закрою. Закройте. Я маю тебе попередить. Зі мною такі фокуси не проходять. Хорошо. Не подглядывайте, пожалуйста. Ну-ну. Готовы? Я теж думаю. А вы стойте ровно. Вы почувствовали прикосновение? Ну, так. Подождите, закройте глаза. А какое именно место? Покажите, пожалуйста, где именно. Ну, там, где манту мучил. Вы можете спросить у всех, я к вам не притрагивался. Давайте я раскрою секрет, ну, чтобы давайте все было честно. Вы нажимаете на золотую кнопку. Почекай. А тут ты чуть-чуть не попал. Тогда давайте все вместе этому научимся. Спасибо за участие. Проходите на свои места. Спасибо. Вам. Да. И в этом фокусе могут участвовать все. А поднимите все свои руки вверх, правую. Обратите внимание, что там ничего нет. Если и задумайте какой-то предмет, который идеально поместится в кулак. Да, ничего большого такого не нужно. Просто подумайте. Хорошо? Когда я скажу раз, сильно нужно зажать. Когда скажу два, опускаем. Готовы? И раз. Два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. До свидания, до свидания, до свидания. На этом все. Спасибо.